еще один вопрос от наших постоянных подписчиков. Привет, что думаешь о SEO и создании сайта? Когда я думаю создать сайт под нужную мне тематику, приходит мысль, что если сайт не будет в топ-20 в Google, то это не имеет смысла. Насколько это реально освоить самостоятельно? SEO. Что ты думаешь о веб-конструкторах, таких как Wix.com? Возможно ли сделать нормальный сайт? Спасибо. Напиши, во-первых, что думаешь о SEO и создании сайта. Я же не пишу, вы знаете, я делаю косты. Во-вторых, когда думаю создать сайт под нужную тематику, приходит мысль, что значит, если сайт не будет в топ-20 в Google, во-первых, не в Google, не в топ-20, а в топ-10, во-вторых, не только в Google, но и в Яндексе. Вот. И в-третьих, это все зависит от того, если вы собираетесь зарабатывать на этом, то есть если вам актуально, нужно, чтобы сайт был в топе, тогда да, тогда действительно имеет смысл подумать сразу, как вы будете его продвигать. Если вы просто делаете сайт для себя и будете как будто давать на него ссылки, то в принципе на это пофиг. Насколько реально освоить самостоятельный SEO? Ну я же освоил, люди осваивают, реально, если это интересно, если это нужно, если есть склонность к определенной математике, аналитике, логике. Вот женщин сложности я не видел, скажу честно. А парней в основном все сошники парни, так что проблем никаких в этом не вижу. А что ты думаешь о таких конструкторах, как Wix.com? Возможно ли создать нормальный сайт? Конкретно на Wix.com, это он только недавно появился, не знаю, можно ли там создать сайт. Ну, точнее говоря, что называется слово нормальный. Я пользуюсь WordPress, и мне пока, в принципе, хватает с головой. Потому что если нужны какие-то дополнительные плагины, вставки, может быть, как-то поменять код, WordPress это позволяет. А позволяет ли этот Wix, я не знаю. Я думаю, что, скорее всего, на этом сайте можно создать какой-то сайт-визитку, может быть, легкий интернет-магазин, что-то такого плана, не более чем. Поэтому рекомендую все же обратить внимание на WordPress. На начальном этапе он тоже прост, но при этом позволяет определенному убедиться, что-то написать, какой-то код, где-то что-то поменять, какой-то. Ну, нужно знать уже PHP. Вот такие мысли. Ну, соответственно, никаких семинаров по SEO я пока делать не буду. Но было бы лучше, если бы вы все написали какие-то свои вопросы, может быть, по продвижению и так далее. И что я успел узнать вот за эти там 5-6 лет занятия этой темой, я вам постараюсь рассказать и описать и по SMM, блин, дурацкое слово, SMM, Social Media Marketing, и по SEO, вот, и по другим направлениям. Так что, такие дорогие, спасибо.